33-летняя Юлия Барановская – пример для миллионов женщин, которые столкнулись с предательством любимого человека. Бывшая гражданская супруга Андрея Аршавина не только работает на телевидении, но и успевает уделять внимание сыновьям и дочери. Единственная сфера, в которой звезда пока не преуспела, – это личная жизнь. По словам Барановской, сейчас ее сердце не занято. Телеведущая ничуть не боится одиночества, скорее наоборот, она гордится тем, что ждет того самого единственного, который сможет сделать ее счастливой. «Я достаточно категоричный человек. Я не хочу пробовать, не хочу давать шанс бледным поганкам, потому что я знаю, что точно хочу трюфель. И меня уже не развести на то, что можно кого-то переделать, воспитать или еще что-то», — подчеркнула Юлия. Телеведущая никогда не была влюбчивым человеком. Юлия всегда относилась к чувствам серьезно, поэтому в ее жизни было не так много пылких романов. «Я была влюблена трижды в юности, в отца своих детей, и один раз после расставания с ним. Конечно, мне бы хотелось выйти замуж. Я могла выйти замуж уже несколько раз за все это время, но это же не просто свадебные платья, кольца и фото на память. Главное — встретить человека, с которым хочется создать семью», — уверена телеведущая Барановской. Часто приписывают новые романы. Так, поклонники утверждали, что звезда встречалась с Андреем Чадовым, Александром Гордоном, а недавно появились слухи о ее воссоединении с Андреем Аршавиным. Сама же Юлия отрицает любые домыслы о своей жизни. При этом телеведущая не планирует афишировать будущие романы, ведь для нее важно, чтобы интимные вещи оставались таковыми, а не становились достоянием общественности. «Мне есть с кем прекрасно провести время, даже романтический, под оплекой. Но человека, которого я была бы готова представить миру, нет. Это не та часть моей жизни, на которой я хотела бы пиариться. У меня точно не будет таких отношений. Свадебные фото на обложку отдаем этому изданию, рождение ребенка этому изданию. У меня так уже было и хочется по-другому», — поделилась Юлия Барановская. «Много работает, и поэтому у нее не всегда есть время на свидание». Фото, кадры с программы. Главным же в жизни звезды остаются интересы ее детей. Арсений, Яна и Артем часто путешествуют вместе с мамой, успевая при этом учиться и посещать творческие секции. В интервью порталу PeopleTalk Юлия призналась, что она хочет воспитать своих наследников так, чтобы они ценили любовь и не были способны на предательство. Класс пост 626 223 подписчика.